Дора Люкс, музыка «Универсальный язык любви». За окнами грустное дождливое серое утро, и только музыка великого мастера, гениального скрипача Дэвида Гаррета освещает своим солнечным светом мою квартиру. И ты понимаешь, что ты не одинок в этом мире, ведь играя музыку, Дэвид Гаррет пропускает через свою душу каждую ноту, испускаемую его скрипкой. И когда мы ее слушаем, то соприкасаемся и с его душой. Поэтому в это серое утро со мной душа Дэвида Гаррета. Через музыку происходит слияние наших душ в единое целое, и каждый, кто слушает музыку Дэвида Гаррета, так или иначе соприкасается своей душой с его душой. И это соприкосновение приносит воспоминания о том, что когда-то все мы были единой душой мира, и уходя в иной мир, мы также станем единой душой мира. Мы станем музыкой, радужным светом, мы станем едины и неделимы, мы станем любовью, мы станем Всевышним. И эта музыка лишь подтверждение тому факту, что мы и есть вся единая божественная структура, из которой создано все. Я очень люблю размышлять над тем, что есть Бог, и музыка мне дает множество ответов. Через любовь к Дэвиду Гаррету мне открылась одна из загадок бытия. Музыка, что играет Дэвид Гаррет, и он сам, является любовью. И каждый, кто соприкасается душой с его душой, становится этой любовью. Любовь – вот первопричина. Любовь – это высшие вибрации. В любви задействованы все чакры человека и делают прекрасным человека через его душу. Душа – это частичка одной энергии любви. Дэвид Гаррет, вызывая чувство любви, напоминает нам о единственной силе, которая имеет значение – это сила любви. И лично для меня Дэвид Гаррет – это дом, в котором живет моя душа. Кому-то мои слова покажутся бредом, но это не так. Просто я говорю загадками, которые могут расшифровать только просветленные духовно люди, которые понимают, что есть любовь. Люди боговедающие, то есть люди богознающие. Вот как переводится на самом деле это слово «любовь». Именно через музыку слышится язык общения частичек Бога между собой. А мы все души и есть частички Бога. Благодарю за внимание. С вами была Дора Люкс. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал.